ты очень стильный. Не надо, Паш, строить себе такую знаменитость великую. Типа тебя все узнают. Ну-ка, новая тактика. Все, что я говорю, используется против меня, поэтому я не буду больше с тобой разговаривать и не получишь от меня никакого контента. Ну, Лешка, стой! Устранила конкурента. Слушай. Сейчас я вам покажу мой любимый момент. Хип-хоп тебе в***, ты труп, я забыл тебя за***. Мы одни здесь? Выпал снег, наступила зима, и мы наконец-то приехали на целых... Я на 4, а Паша на 2 дня домой. Хорошо дома. Мы детей 2 недели не видели. Соскучились! Я бегу, бегу! Отпусти поводок! Там человек! И беги! Отпусти поводок и беги! Отпусти! Я помню, один раз это плохо закончилось. Да-да, мы и так делали. Бедный Тимофей чего только не пережил. Не лишайте наших родительских прав, пожалуйста. Тимон, а ты ничего не держишь? Ну-ка, ты что? Валя, ты умничку, какую сильную собаку. Да. Молодец, молодец, молодец. Ой, бедная, бедная. Так, чтобы очень скорее. А не хотите с горки на плюшке прокатить? Да! А на горке ажиотаж. Тимоха поехал! Садись, горки. Вообще, сколько ребятни, класс какой. Держись, я веревку. Круто как. Вот это зима, я понимаю. Какая благодать. Посмотрите. Мы находимся на благотворительном вечере экшн-фильмов. Ладно, не экшн-фильм, он называется экшн, где можно продать короткометражку, деньги пойдут на благотворительность. Ничего не снимала, вот могу снять только Аню. Сумасшедшая женщина, Анна Цуканова. Вот. Аня решила быстро сварганить короткометражку и продать ее за пару миллиончиков рублей. Это провал все. Мы не купили ни один фильм, у нас нет столько денег, чтобы тратить их на фильмы. Мы пока просто актеры. Смотрите, какая красивая елка. Экшн 2018, где можно купить замечательные фильмы короткометражные или права на этот фильм. И, может быть, снять из этой короткометражки полный метр. Я сегодня выгляжу вот так. Ха! Вот и все, что я могу вам показать. Там люди торгуются. 4 миллиона рублей! Да! И слышали эти цифры? Друзья, хотела, кстати, всем сообщить, что это моя новая машина. Вру, ладно, нагло вру. И не было с нами на мероприятии, и она, конечно же, расстроена, что мы ее с собой не взяли. Тимоша ей подарок тащит. Спасибо! Ну-ка, поцелуй Тимошу быстро за то, что он тебе шарики принес и игрушки. Красивый шарик. Он к твоему Микки Маусу тебе мини принес. Ой, какая волшебная штука. А еще смотри, он выключился? Мия, а потрогай пальцем его. Пальцы. Ну, подожди, пускай она попробует. Обувь сними. Ты в обуви стоишь, что ли? Ну, смотри, наследил. Сейчас будешь вытирать. И Валя катается, и папа катается. Я не знаю, видно ли вам что-то или нихера не видно. Да и пофиг, весело кататься. Давай! Теперь папа и Мия! Как весело. У Пашки сегодня самолет в Калининград. Я ему предлагаю одеть вот эту штуку. Снял рукавчики и в кресле лежись, как в люлечке. Да? Люлечка. Блин, скотина, еще порвал что-то. А ты говоришь, у тебя дутика нет. Чтобы вы знали, это 8-я куртка, которую он меряет. Ты очень стильный. Именно поэтому я был сильно прилипок. Не надо, Паш, строить себе такую знаменитость великую. Типа тебя все узнают, их что-то от тебя хотят. Не надо, Паша, себе так много мнить. Вот, Паш, вот эта куртка самая то, джинсовая. А этот пиджачок, он не холодный, да? Вообще сюда не в тему. Чуть кроссики полетел. Чтобы знали, весь этот шкаф, это только Пашины куртки. 3 моих, 43 Пашины. Малыш, вот это замечательно смотрится. Она достаточно теплая, кофта у тебя теплая. Отлично. Пока. Пока. Я спать наконец-то, господи. Какой текст проникновенный. Ой.
мы переместились в Романов Синема, и у нас фотосет для журнала ОКИ. У нас сегодня спектакль, надеюсь, мы успеем. Лайфхак для всех мамочек. Идите в ЦУМ, желательно в Роликс или Диор. А вам становится как будто бы плохо, вы делаете вид, что у вас упало давление. Вас отвозят в медпункт, и вы такие: мне надо полежать. И все, 3 часа еще сна. Еще чай приносит сладкий. Чай. Да. Все, девки, лайфхак навечно. Смотри, я такая типа. Классно, отфоткались, такие фотки. Едем в театр, время уже 18:30. Пробки адовые, просто адовые. Собственно, это не новость. А что будет перед 31 декабря? Валить надо. Валить надо. Мы, кстати, с тобой никуда не валим. Нечего ипотеки брать. Опять. Это ипотека, не напоминай. Да, это чиновник из департамента. Лёшка обиделся. Не разговаривай со мной. Устранила конкурента. Слушай, нет, да. Ребят, я мог, мушки, не мушки, мышки. Обиделся Лёшенька. Ну-ка, новая тактика. Всё, что я говорю, используется против меня, поэтому я не буду больше с тобой разговаривать и не получишь от меня никакого контента. Ну, Лёша, стой! Не надо, пожалуйста, столько лет. Трогай. Лёша, ты можешь представить, сколько лет мы 40, с тобой дружим? 45. И ты готов это все перечеркнуть? Да. Из-за конкуренции? Из-за грёбаного блога. Все брошу, останемся. Я достал даже всех. Ладно, ты-то тут есть такая же. Ладно, я достал в другом коллективе всех уже. Алёша блогер, давай. Уже мне все помогают, я всех костюмеров прошу снимать. Они. Давай. Ну молодец, Лёха. Да. Это на самом деле такая память, штука, что мы с ним жили. Про Инстаграм тоже в прелесть все в том, что ты его листаешь, и ты сам видишь лучшие моменты. Типа, да. Там полгода у тебя так хоп-хоп-хоп. Да, согласна. Ну что, друзья, да, но я не буду больше звать тебя Язвы, хочешь? Ой, открылась. Ага, то есть, не дай бог, мы общаемся с тобой без камер, то нужно, чтобы... Без свидетелей я с тобой больше не разговариваю. Только вот так разговариваю. Еще совсем недавно я думал, какая Агата. Как вы уже поняли, мы находимся в поезде Москва-Воронеж. Знаете, чем я занимаюсь? Очень серьезным делом. Я прохожу тест, на какую пару из Диснея мы с Пашей похожи. Так ты думаешь, на какую? Понятно. Алёша актер, а также блогер, скоро будет читать лекции. Называется «Как создать свою империю в Ютубе». Да? Как достичь успеха за полгода. В общем, кому интересно, заходите к Алёше на канал. Я сделала себе причесон и готова к спектаклю. Стала зафиксировать лайчком. Долбоёбный. А что написали? Что? В социальных сетях обсуждают, что голова живет отдельно от Бузовой из-за фотошопа. Не солят мясо. Надо позвонить Нузрету в Salt Bay и сказать: а Нузрет? Ты видела? Мэм, скоро на всех улицах страны стоит ей такой наш... Российский грузовик, из которого соль сидит, знаешь, обычно. Но зря сверху. Это смешно. Короче, если у вас есть какие-то пожелания по поводу того, чего бы еще помимо влогов вы хотели видеть на канале Агата Муцениец в разделе «Прилучные будни» и прочее, пишите, вдруг у вас есть какие-то реальные пожелания. Не знаю, психологические обсуждения семейных проблем, если вас бесит ваша вторая половинка. И почему она вас бесит? Можем это... Жду рекомендаций. А мы поехали в Тулу. Что он смотрит? Леша, долго здесь ходить будешь? Я на сцене уже артисты сижу. Так, рот, прекрати свою бездарность, в интернет пускать! Вот так вы видели бэкстейдж со съемок плохих трюков Алексея Корякова. Как вы поняли, мы в Туле, спектакль начался. Я, кстати, сегодня хочу снять вам свой любимый момент в спектакле, если не забуду, обязательно включу. Ловкий ужал, по счастью мне. Сиди в чехле. Будь здесь. А я умру. Ах!
Это сольный Пашин номер. Чтобы вы знали, с начала спектакля было просто... И он умирал. Теперь это 15-минутное выступление. Фу, спасибо, Тула. Пряники, пьяники, пьяники, пьяники. Пряники, пряники. Я сразу принесу. Дети любят пряники. Так, все, пойдем. Очень статичный кадр будет. Надеюсь. Да. Поэт прилучный? Не-не-не, все путают. Да? Можно селфи, пожалуйста? Серьезно, все? Ну давайте. Если хотите, то пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Удачной поездки. С двойником. Да, тоже. Просто бежал. Он на радостях назад побежал. Друзья, вы только посмотрите на этого малыша. Корабли расставляют. Он, представляете, тактику придумал. Все корабли в один уголок поставить. А я слишком быстро догадалась, да? Надо было делать вид, что ой, кашу, мимо. И только зорку столы. Потом прыгну. Подглядываете. Я не подглядываю. Сейчас буду корабли расставлять. Давай. Ой, хороший. Все-таки у меня трое детей. Ну, выиграл. Один разочек. Просто нажимал все кнопки. Поплатилась за тщеславие. Мы одни здесь? Где? Может, давай нас про кто украдет швабру и спрячет? Ты что, с ума сошел? Припрячет просто швабру, она будет искать и найдет ли она. Цу-е-фа. Бля, я... Да, давай. Ты незаметно спрятал, никогда на нас не подумаешь. Да. Паша, котейка, злодейка. Паш, посадка реально заканчивается. Смотри, нет людей уже. Нет. Откройся! Ну ладно, может, не открыть. Вот это погодка. Не ожидали вы такого? Вчера забыла камеру в отеле и не снимала съемочный день. Но я уже лечу в Москву. Пашка остался на съемках. Мы с ним встретимся послезавтра в Шереметьево. Полетим на гастроли. Друзья мои, ну вот я и добралась до дома. Как думаете, мои козявки сейчас как будут маму встречать? Что в сумке? Чего в сумке? А что в сумке? И все, забрали сумку и пошли. Там в пакетике для вас. Мия своего взяла правильно. У вас тут художественная мастерская. Можете меняться. Кому какой паучок больше понравится, такого и берите. Я так рада вас видеть, я так соскучилась. Мам, а ты больше никуда не уедешь? Зоечка моя любимая. Я завтра весь день с вами буду. Ой, ладно, буду раздеваться. Утро началось с того, что мы узнали, что сегодня у нас спектакль. Закрывайте. Спектакль в ресторане. Короче, поехали завтракать в ресторан. Сырники с кока-колой, да? Сырники с кока-колой? Может, с чаем? С кока-колой. Ой, фу, когда вы стали употреблять эти дурацкие напитки в жизни? Во, съездили с бабулей в Дубай. Тихош, ты же всегда участвовал и любил все эти игры. Что такое? Почему не хочешь участвовать? Ты же всегда раньше играл. Все ради шарика, все ради шарика. Все с утра собираются, детки что-то прыгают. Класс, класс, класс. А на улице, в отличие от Калининграда, настоящая зима. Посмотрите, какая красота. Тетя, надо свистеть, спать не мешать, да? Ну вот, приляжешь тут на часок, а не...
Знаете, где мы? Я не буду вам показывать Павла. Он очень выспался, злой. В общем, мы в Перми! Не поверите, но мы прилетели ночью, легли спать. Что я могу сказать о Перми? Мы видели здесь гостиницу и вид из окна. Продемонстрирую. Хопа! Ну вот, вы видели все, что видели мы, и можете составить свое впечатление о Перми. Смотрите, впервые в истории он собрался первый и ждет меня у дверей. Надеюсь, ты не так же играть сегодня будешь? Кстати, кто любит друзей? Лучший в мире сериал, лучший. Пашка врет сейчас. Он мне наврал, что в зале стоят люди, я орут Агата, Агата. Паша сказал, что да. Мне кажется, он врет. Давайте мы вас всех снимем, вы увидите друг друга в Ютубе. И все. Привет, Влад! Смотрите в Ютубе, друг друга. И мы на фоне вас. Друзья, чудеса небывальщины. Сижу с двумя мужчинами. Без Паши. Без Паши. Ну, с друзьями же, понимаешь? Ну, да. С друзьями. Но все же приятно. 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 Сейчас будем кофе дегустировать. Да. Прилучный. Работай. А я кофе попью. Так, друзья, сейчас мы пока сидим в кафешке. Я подставил свою машину под знаком. Сейчас проехала патрульная машина. И сейчас, буквально, я думаю, минуты через две подъедет эвакуатор и будет погружать мою машину. Но по закону, так как у нас полагается, что если владелец вышел, то машину назад опускают, да? Опускают. Поэтому мы сейчас что сделаем? Сейчас ее будет поднимать. Подождем их реально? Мы реально подождем. Пусть ее немножечко поднимут. А потом я выйду и всю испорчу им мазу, обломаю. Ну, посмотрим. Реально есть эвакуатор? Да. Ну-ка. Как эвакуируют машину Илюхи? Сейчас мы его обломаем. Слишком спокойный человек для человека, которого эвакуируют тачку на глазах. Ничего страшного, пусть поработает. Сейчас, он опечатывает реально. Я бы уже давно выбежала. Не трогайте мою машину! Пойдем, скажем. Ой-ой, хулиганы. Здравствуйте, а что вы делаете с моей машиной? Очередной раз хотим ее забрать. А, не надо забирать, все, я уже пришел, сейчас ее отгоню. Все нормально. Все, спасибо большое. А где скандал, интриги, расследования? Вот так мы обломали сотрудников ДПС. Ребят, извините, я сейчас перепаркуюсь, я больше так не буду. Пара-пара-пам. Ты так перепарковался? А я не стал. Я ждем очередной эвакуатор, но больше не приедут. Панторез, одним словом, панторез. Илья, а знаешь, в чем проблема была? Я знаю, Агат, потому что я в этот раз не вывернул колеса. Как ты меня... Конечно! Как ты научила меня. Если вы не хотите, чтобы вас эвакуировали, выворачиваем колеса до конца и так и паркуемся, да? Слушайте Агату. Вот таким образом. Так. Вот оторвали, водичку выпили. Дальше можно вот так это выпили. Все... Выпили? Да. Выпили. Да, выпили. Рассок. Это отсасывается, выгрызается. Высасывается. Вот это все тоже съедобно, все выгрызается, высасывается. Веточка вот таким образом складывается, потом раскрывается. Ага, ты смотри. И это тоже все съедобно. Съедается 90% рака. Я остановлюсь только на... Я, пожалуй, сегодня остановлюсь на отсасывании. Мои друзья со школы. Максим Макагон. Таня. Макагон, ты Макагон? Павел, вы все знаете. Карина! Наконец-то впервые в моем блоге. Маша, Марк, Ярик. Маркуша. Это режиссер закрытой школы, желтого глаза, тигра и так далее, так далее. Короче, это крутой режиссер. Что нужно сделать? Пытать рака. Отсоси. Я пытаю. Отсоси его. Пытаемся отсосать, но не получается. Бедный рак. Блин, мне его жалко реально. Смотри, он все, ему кабда. Почему мой рак оказался с капулей? Это глисты. Это глисты. Он зря погиб. Еще над телом надругались. Слушай, ну можно просто высосать. Марк, вот смотри, у тебя сейчас идеальное состояние для того, чтобы срочно пересказать сюжет «Желтого глаза тигра». Давай. Про что он? В общем, история такая. Так. Пацаны с телками встретились. Ну, там поначалу, потом хуйня вся была. Они трахались друг с другом. Ну, непонятно, кто с кем. Но потом появился ФСБшник. Ну, он родился, все ФСБшники. Он уже родился. Они изначально родятся. И потом была такая трогательная история, была любовь, потом все друг друга убили, были. Там трагедия была. Получилась такая история, что они буханули на косе, буханули, там шашлык-машлык, все это хуй. И потом Звягинцев, понимаешь, какая, он уехал в Москву. Но пока, так, скотина. Пока он был в Москве, у него писюндра немножко поднялась, потому что он увидел местную крутую тёлку. История была в том, что он влюбился, но влюбился не телом и не душой,
Так бывает, у мужчин так бывает. В смысле? Подожди меня. Жена режиссера интересуется. Он с ней переспал, потому что это была 7-минутная страсть. Ой, блядь, ну, там... 7-минутная? Так быстро? 3. 3-минутная страсть. 7-минутная страсть у Звягинцева была. Ну, решил задание по химии или по физике. Это не важно. Блядь, Карина, не перебивает. Ты чё, подожди, сейчас он переспал. Напей свою Это моя Свою ты пей. Так вот. Ну, блин, давай. Дайте Марку рассказать, ну, пожалуйста. Вы меня перебиваете все время. В смысле? Жена интересуется еще раз. В смысле? Он полюбил тело. Овладел телом своим, ее тело. Неудачно. Потом я вернулся обратно в город, но в Калининград, в тот же город. Так. И говорит, в общем, я с ней не спал, у нас ничего не было. Так. Это все какая-то хуйня. Она ему не поверила, понимаешь? Понятное дело. Ну, потому что так бывает. Женщины не верят. Они чувствуют, говоришь, как зверь, землетрясение. Ты говоришь правду, она не верит. Да? Маша плакала-плакала. 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 И не простила. Короче, королева стала х**ухой. Она всем давала. Богатство не дает счастья. Оно дает только ущербность. И королева стала ущербной. Сняла закончится тем, что повешенная ожила. Та, которая не давала, дала. И они снова были с главным героем. Смотрите сериал «Желтый глаз тигра» и пишите свой пьяный пересказ. Мы выжили вчерашний вечер. И мы уже на площадке, что вы думаете, 8 утра. Ща, батька. Поеду на площадку, моя героиня принарядилась, смотрите. Не зря я ставила виниры. Курение вредит вашей улыбке. Это кофе тебе вредит. Табака вот такой цвет. Да? Да. Скажи спасибо, что тебе не табак вредит. Всем спасибо, смена окончена! Ой, какой холод! Вот это холодно, конечно. Итак, дорогие друзья, могу вам сказать, что зима — это как раз то время, когда в Москве, в метро, можно встретить любого медийного человека. Знаете почему? Потому что посмотрите на дорогу. Все стоит до любой точки мира. Ехать столько же, сколько до любой улицы в Москве. Блин, я тысячи лет не была в метро. Мне до проспекта Мира. На самом деле круто, так давно в метро не каталась. Друзья, посмотрите на этот снег! Как красиво, боже, какой кайф. Ой, ну, собственно, что я взяла камеру-то в руки? Я взяла камеру в руки, чтобы сказать, что бабушка Агата тоже хочет вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Какой бы ни получился этот влог, он был искренний, знаете об этом. Я желаю вам, дорогие друзья, чтобы в новом году сбывались все ваши желания. И чтобы вы почаще благодарили нашу планету за то, что она такая прекрасная. Чтобы вы почаще любили ту красоту, которая нас окружает, и почаще ее замечали. Поднимайте глаза в небо, смотрите на звезды, обнимайте деревья, ведь они дарят нам кислород. Любите природу, посмотрите, какая сказка. Посмотрите, какие красивые кусты, какой красивый снег. Никогда не задумывались ли вы, что одна из субстанций нашего мира – это рай? Может быть, мы уже живем в раю. И только те, кто этого не замечает и не ценит, чувствуют себя несчастными. Подумайте об этом, проснитесь, полюбите нашу планету, и я думаю, планета полюбит вас в ответ. И каждый год я желаю всем одного и того же, дорогие друзья. Пускай каждый Новый год в вашей жизни будет лучше предыдущего! С Новым годом! С Новым годом, подписчики Агата! Будьте счастливы! В общем, чтобы всем в следующем году привалило чем-то хорошего, Агатиным подписчикам вообще, чтобы было вообще круто! С наступающим годом вас, свиньи! Она, говорят, так сладко всегда хрюкает и приносит много-много достатка в дом. Поздравляю! Поросятки мои, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Люблю всех, целую, ваш Лёшечка и Куб. Я желаю всем в новом году счастья, улыбок, эмоций, позитива. И вообще всегда выходите из зоны комфортности и кайфуйте. С наступающим, братва, Хим! Коксахим! Мы за ценой не постоим! Коксахим! Какое крутое поздравление, Черного Мартена, красный дым! Коксахим!
С Новым годом, братва! Три, давай! Хип-хоп тебе в и ты труп, это у тебя за. Кокса хим! Девочки, давайте еще. Боже, с наступающим, ребята, да? Коксахим, мы за ценой не постоим. Коксахим. Я просто сорвалась. Я желаю всем, кто смотрит ВОК, желать всем быть здоровым, счастливым, и чтобы Новый год хорошо состоялся. Многоуважаемые подписчики Агаты, вы самые классные. Самые креативные, прикольные, я вас очень люблю, я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам, чтобы Агата делала еще больше влогов. Валя всем желает, чтобы с ними всеми собаками всегда играли в Новом году. Да побольше, да Валентина! Нет! С наступающим Новым годом! Желаю вам всем выкинуть свои телефоны, фотоаппараты и прожить этот год чистым человеком без электроники. Будьте счастливы. С Новым годом! С Новым годом! Дорогие подписчики Агаты, я тоже подписчик Агаты. Я поздравляю вас с Новым годом. Ну что, а теперь давайте Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no, I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool.